Всем привет! Сегодняшнее видео про регулятор Mamba Max Pro, вернее, скорее про герметизацию регулятора Mamba Max Pro. Я не претендую на звание герметизатор года, я не утверждаю, что этот способ самый лучший, но, по крайней мере, именно этот способ, он проверен мной на многих моих моделях. Тут очень многое будет зависеть от того, чем вы будете герметизировать и, соответственно, как вы будете герметизировать. Всем, я думаю, понятно, что нарушение любой там какой-то технологии, оно уже может приводить к совершенно разным результатам. Мы сегодня имеем два, в общем-то, абсолютно с виду одинаковых регулятора Mamba прошки. Один регулятор уже полностью загермечен, залито все в кирпич, так называемый. Второй регулятор, он перед вами, вот он. И, соответственно, на его примере я сегодня покажу, как я герметизирую электронику. Вот уже полностью гермеченный регулятор. Можно видеть, что плата залита полностью блестящей эпоксидкой. Я использую двухкомпонентную эпоксидную смолу компании Don Deal. Разумеется, это там никакая не реклама. Просто я считаю, что когда вы герметизируете дорогой регулятор, который стоит там $130, не стоит экономить и не стоит герметизировать его всяким там таким, скажем, хламом за 80 рублей. Все-таки регулятор не дешевый, стоит он достаточно дорого, и, соответственно, не пытайтесь сэкономить на герметизации, потому что герметизация все-таки это очень важный момент для электронных компонентов, потому что, как вы все понимаете, если вы планируете эксплуатировать модельку не только в квартире, а планируете погружение в воду, какие-то там брызги и прочее, герметизировать надо электронику нормально. Итак, первым делом нам потребуется снять пластиковый корпус с регулятора. У меня он уже весь отщелкнут, и регулятор я, в общем-то, уже вынимал. Также потребуется снять радиатор охлаждения и хорошо прогерметизировать вот эти все ножки, потому что где-то у вас может не загерметизироваться какая-то из ножек, и, соответственно, здесь все равно может попадать влага, может попадать вода, какие-то брызги. Соответственно, также, если вы даже зальете это все в кирпич, но здесь останется не загерметизированная какая-то полость, здесь возможно образование конденсата, и это, соответственно, не очень хорошо, точнее, это очень плохо. Соответственно, все, что вам потребуется, в общем, это Don Deal. Я рекомендую Don Deal на самом деле 65-65, но сегодня я приобрел Don Deal 65-61. Это, по сути, все то же самое, с единственным отличием здесь время затвердевания 5 минут. Это достаточно быстро, поэтому придется все делать в таком темпе. Также, что потребуется, это закрыть вот эти отверстия. Это отверстия от сенсорного кабеля, соответственно, их необходимо закрыть, чтобы сюда не попала эпоксидная смола, потому что если она сюда попадет, очень велик риск, когда вы будете ее пытаться оттуда достать, вы отломите одну из этих ножек. Конечно, все, опять-таки, это ремонтно пригодно, все это можно исправить, но рекомендую делать просто аккуратно. Закрыть это все достаточно просто, не пытайтесь это заклеить скотчем, потому что с обратной стороны здесь есть микро какие-то отверстия, микро щелочки вот в этих местах, и сюда просто может затечь эпоксидная смола. Я, например, когда герметизирую свою электронику, в частности мамбы, я сюда закапываю парафин от свечки. В данный момент использую обычный кусочек ПВХ-пластика, и, соответственно, на него мы выдавливаем некоторое количество эпоксидной смолы с отвердителем. Сразу могу сказать, не выдавливайте слишком большое количество, особенно если вы делаете это в первый раз и, соответственно, если у вас не очень большой опыт. Требуется достаточно хорошо размешать. Почему не надо выдавливать много? Не надо выдавливать много, потому что смола эта затвердевает достаточно быстро, и вы, соответственно, просто достаточно сильно увеличите ее расход. Размешал я эпоксидную смолу и аккуратно начинаю наносить ее на плату регулятора. Наносить нужно чем-то тонким, и при этом советую наносить чем-то тонким, не металлическим.
Вот теперь плата загерметизирована, она покрыта хорошим слоем эпоксидной смолы. Это еще не конец. Сейчас я оставлю плату на некоторое время, чтобы она могла спокойно высохнуть, чтобы эпоксидка схватилась. То есть я промазал все дорожки. Дорожки все промазаны, они полностью закрыты теперь со всех сторон. Такой способ значительно более надежный, значительно более долговременный, чем какие бы то ни было способы, допустим, которые на аэрозольной основе, либо что-то вроде типа жидкостей пластик 70, пластик 71. Эти способы я бы рассматривал как либо защиту от брызг, либо как именно дополнение, первый этап, первый шаг к вот такой герметизации. Потому что все-таки регулятор, залитый в кирпич, это более надежно, более долговечно, более долговременно. Здесь требуется промазать аккуратным тонким слоем только между ними во все вот эти промежуточки и распределить эпоксидку аккуратно ровным слоем. Нужно это для того, чтобы когда мы будем ставить на место радиатор, радиатор соответственно максимально плотно встал на свое место, с которого мы его соответственно удалялись. Сегодня идет уже второй день герметизации моего регулятора. Эпоксидная смола уже полностью схватилась, она затвердела. В общем, она уже как камень. Так что можно уже приступать к водным процедурам, топить модель по уши. Но сегодня я приклеил на специальный клей радиал, который взял у своего товарища. Приклеил радиатор на место, дабы регулятор имел нормальное охлаждение. Фирма, в общем, не важна. Главное, чтобы это был именно теплопроводящий, теплоотводящий клей. Соответственно, также не экономите на эпоксидке. Я же буду ждать, когда у меня полиримизуется полностью клей. И после этого я продолжу герметизацию регулятора. Сейчас будет проведен тестовый запуск регулятора. Сначала я запущу его без воды, подсоединяю все кабели, все разъемы, включаю аппаратуру и подключаю аккумулятор. Ну, как можно слышать, регулятор, в общем-то, после герметизации работает в штатном режиме, работает все нормально, все в порядке. И, соответственно, можно вот смотреть на работу электромотора. Вот, кстати, владельцам бессенсорных двигателей предлагаю записать вот такое видео, как ваш бессенсорный двигатель вращается вот на такой медленной скорости, что вы практически можете вот видеть вращение выходного вала там без проблем. Ну, соответственно, регулятор работает, крутит он в обе стороны, вперед, назад. Тормоз тоже, соответственно, работает, задняя передача. Вот примерно вот такая плавность имеется у сенсорных двигателей, причем это не самый лучший сенсорный двигатель, разумеется, это бюджетная линейка, но тем не менее можно обратить внимание, насколько медленно он может работать. Сегодняшнее видео посвящено герметизации регулятора Mambo Max Pro. Кстати, сразу хочу обратить внимание, вот этот выход сенсорного кабеля я пока еще не загерметизировал, потому что провод здесь будет подбираться в зависимости от места расположения двигателя, и поэтому сейчас возможны глюки самого сенсора при намокании. Ну, соответственно, вот регулятор помещен в воду. Я думаю, прекрасно видно, что он продолжает свою работу. Мигает желтенькая кнопочка. Сейчас я добавлю воды, чтобы регулятор полностью скрылся. И работа продолжается. Ну вот в сенсор еще пока вода не попала, соответственно, все работает. Потому что, когда попадает в сенсор вода, разумеется, начинает глючить мотор, и такой плавности уже не получается. То есть переходит в бессенсорный режим, и плавность старта уже,
соответственно, на уровне обычного бессенсорного двигателя. Ну, как можно видеть, регулятор продолжает в воде работать без каких бы то ни было проблем. Не пытайтесь сэкономить на компонентах, которыми вы будете герметить вашу электронику, потому что Краилова, как известно, ведет к Попадалову. И я считаю, что лучше купить качественный материал для герметизации, и, соответственно, тогда никаких проблем быть у вас не должно. Если это видео было полезно для вас, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока!